Они работают с командой и болельщиками, занимаются развитием бренда, организуют мероприятия. Главная цель – поддерживать баланс между спортивными достижениями и коммерческими успехами. Речь идет о спортивных управленцах. Повышением квалификации и переподготовкой ульяновских менеджеров теперь займутся в Российском международном олимпийском университете. Соглашение подписали губернатор Сергей Морозов и ректор вуза. Мы очень серьезно проанализировали ситуацию у себя в регионе, в Ульяновской области. Обратили внимание на недостатки в системе обучения, в системе подготовки, недостатки в инфраструктуре. И благодаря, опять же, нашему президенту, благодаря его такой вот настойчивости воли, мы сегодня имеем очень неплохую с вами инфраструктуру. Даже вот здесь мы в Сочи видим о том, что у нас, наверное, одна из самых лучших в мире инфраструктур. Для университета сотрудничество с регионами – стратегическое направление. Поначалу в вузе готовили профильных региональных министров. Обучение показало, в субъектах страны существует большая потребность в спортивных управленцах. Регионы для нас целевые важны тем, что мы можем сосредоточиться прежде всего на тех видах спорта и тех потребностях, которые есть в конкретном регионе. И, как правило, к нам обращаются именно с этой просьбой. Для Ульяновской области университет подготовит не менее 100 специалистов. Еще одно соглашение область подписала с Южным федеральным центром спортивной подготовки. Теперь ульяновские спортсмены смогут тренироваться на объектах центра. Первыми на тренировочные сборы в Сочи отправились ульяновские легкоатлеты. Мы договорились, что Сергей Иванович, как только появится у него возможность, побывает в Минводах и посмотрит наши объекты в Кисловодске и те программы, которые мы к Минводам реализуем. Там действительно есть интересно, и мы с удовольствием поделимся со специалистами развития спортивной отрасли вашего региона для того, чтобы тот накопленный опыт, который у нас есть, мы с удовольствием поделимся, чтобы спортсмены Ульяновской области были всегда лидерами во всех спортивных дисциплинах. Следующий год объявлен в Ульяновской области годом детского спорта. По этому случаю глава региона вручил почетный знак посла года детского спорта олимпийскому чемпиону по дзюдо Арсену Галстяну. Для меня это почетно, во-первых. И я очень благодарен и губернатору, и Министерству спорта Ульяновской области за предоставленную возможность стать послом. Тем более это детский спорт, что немаловажно, а еще больше нужно для нас. В следующем году в регионе планируется провести спортивные состязания и мастер-классы для детей с участием именитых спортсменов. Анна Тищенко, новости Ульправда ТВ.